точно такие условия и возможности были созданы в наших крупных городах, Полоцк, Новополоцк, ну и в районы центра Памиши. Там, чтобы наша сегодня молодежь могла действительно работать и получать самое-самое, ну скажем, современное образование именно у себя на местах. У нас в области достаточно серьезно развивается робототехника и создаются STEM-центры. И, конечно, возник вопрос создания центров, где мы будем учить уже не детей, а учить педагогов с этим работать, потому что нам помогает парк высоких технологий, где-то мы работаем со спонсорами, где-то бюджетные источники, и все это ложится на то, что мы продвигаем вот эти современные технологии. Основная задача, причем мы это делаем, чтобы дать возможность ребенку выбрать профессию, чтобы он пощупал это, может, кто-то хочет стать инженером, кто-то конструктором, кто-то пойдет в программирование, но для этого все и делается. Не запрограммирована. Она только вошла в комнату, еще ничего не делала. Мама не запрограммирована. Запрограммируем маму. Что она будет делать с этим ребенком? Потому что на сегодняшний день мы говорим о том, что, уходя от запроса педагога, энтузиаста, который открывает, например, кружок по робототехнике, для использования STEM-подхода и технологий вообще в образовательном процессе, шире внедрения и в образовательном процессе современных учреждений образования. На сегодняшний день этот подход будет использован в преподавании практически всех предметов школьного цикла. В частности, в рамках работы центра уже проведены два интереснейших семинара, в частности, по использованию STEM-подхода, например, в гуманитарной деятельности, по работе учителей русского языка и литературы. Мы говорим о востребованности формирования инженерного мышления у современного школьника. И если мы выходим за рамки одного предмета информатики, то мы, и это дает результат.